Равшана Куркова, известная своей скрытностью и вечно молодым видом, в свои 48 лет воспитывает двоих детей, которых только недавно стала показывать публике. Равшана долгое время ставила на первое место учебу и карьеру, несмотря на внимание множества ухажеров. Ее первый муж, фотограф Семен Курков, стал ее спутником после встречи на вечеринке. Однако их брак оборвался после трагической потери ребенка на 5-м месяце беременности, что привело к разводу. После горечи потери Равшана впала в депрессию, но вскоре в ее жизни появился актер Артем Ткаченко, который помог ей справиться с трудностями. Их брак длился 4 года, но закончился разводом из-за различий в жизненных планах. Равшана мечтала о детях, а Артем не был готов стать отцом. В 2021 году Равшана неожиданно показала фотографию своего годовалого сына Гаспара, а в марте 2023 года сообщила о рождении дочери Самиры. Отец Гаспара – успешный бизнесмен Сергей Амарян. Однако история с отцовством Самиры остается загадочной, так как Сергей заявлен в других отношениях и ожидает ребенка с другой женщиной. Несмотря на свой плотный график, Равшана оставила маленьких детей на попечение родственников, упомянув наличие у детей пап и бабушек. Такие формулировки только усиливают интерес к личной жизни актрисы, полной тайн и нераскрытых страниц.